Все мы любим сампи выживания в Майнкрафте. Если да, то заходите и подписывайтесь на канал Серп и Молот. Канал двух друзей. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего 6 сезона с модом Пиксельмон. Ребята, лайк, если ждали. Все же на предыдущей серии не набралось нужное количество лайков, поэтому я думал выпускать или не выпускать, но все же, ребята, я выпустил новую серию для тех, кто ждал Пиксельмон. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы мы быстрее закончили этот сезон, чтобы мы начали новый сезон, потому что там уже куча и куча различных версий новых вышло. Поэтому, ребята, если вы хотите новый сезон, давайте наберем 3000 лайков. Как только наберем 3000 лайков, сразу выходит новая серия. Поэтому, ребята, таким способом за день могут выходить до 2 серии, и мы сможем закончить сезон за неделю. Поэтому, ребята, подумайте об этом. Также вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. Я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Ребята, потратьте на меня всего лишь 2 секунды. Один лайк, одну на подписку. За это я вам скажу большое спасибо и выпущу новую серию как можно быстрее, потому что вы этого заслуживаете. Тянуть мы больше не будем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы будем возвращаться к нашему сезону с покемонами. Я не знаю, ребята, ждали ли или нет, но, в принципе, многие люди меня просили, многие люди меня спрашивали и говорили, мол, когда выйдет новая серия, когда будет уже новая серия с покемонами. Я, если честно, не знал, выпускать или нет, потому что на предыдущей серии мы все же не набрали лайки. Но, ребята, раз вы ждали, то я выпустил. Но я надеюсь, что на этой серии мы сможем набрать 3000 лайков. Ну, это только для того, ребята, чтобы новая серия вышла как можно быстрее, если вы, конечно, этого хотите. Поэтому, ребята, реально подумайте об этом. И, в принципе, также вы поможете мне, потому что спасибо за вашу помощь в первую очередь, потому что кто смотрит мои видео каждый день, я вчера говорил то, что я реально заболел, и мне вчера так хреново было, что вы себе просто не представляете. У меня температура была 39 с чем-то там, даже больше, офигеть, около 40 было. Сегодня, если честно, уже намного лучше, сегодня может около 38, но, в принципе, я себя чувствую уже намного лучше, чем вчера. И это, ребята, в какой-то даже степени ваша заслуга, потому что ваша помощь и ваша поддержка мне реально очень важна. Ну ладно, ребята, сейчас будем разговаривать о самом Пиксельмоне. У нас в этой серии есть 15 Блисси, которых мы можем убить, но, как вы знаете, нам нужно заплатить за эти Блисси 30 монет, чтобы убить 15 Блисси в Блисси. Нет, Блисси, да, я что-то как-то подумал, Блисси или не Блисси называется. В принципе, ребята, я не знаю, вот Мистер Майм у нас есть. Мистера Майма мы, конечно, можем прокачать к 40 уровню, если у нас, конечно, это получится. Дайте-ка я немного тише сделаю, потому что они тут хреначут друг друга или в стене застряют. Мистера Майма к 50 уровню и потом Пуниту к 50... Я не знаю, ребята, сейчас посмотрим, не будем гадать, не будем думать. А где мой экспешер? Вот он. Не вижу, не вижу, ребята. XP Share и 30 монет. Я надеюсь, да. Монеты у нас еще есть. Вот так, замечательно. Сюда кидаем 30 монет. Замечательно, ребята. Ну что, ребята, будем приступать. Мистер Майм. Мистер Майм, выходи на охоту. Мистер Майм. Сейчас посмотрим, что он сможет сделать. Я не скажу то, что он сильно бьет, но за полчасика он все же сможет убить эту Блисси, если она, конечно, не будет хилиться, потому что, знаете, то, что есть большие паскуды, которые любят хилиться, а я их, если честно, очень не люблю. Ну, посмотрим. Посмотрим, сможет ли вытащить вообще этот Мистер Майм. Я, если честно, уже даже за легендами не охочусь. Я уже не охочусь даже за шайни покемонами и даже, ну... Если я увижу, конечно, босса, то я побегу его убить, потому что, ну, фиг его знает, что с него может выпасть. Да, и, в принципе, лишний опыт не помешает, да. Но охотиться за легендами, за шайни покемонами, я... Да даже за обычными покемонами я, если честно, уже не вижу большого смысла, потому что я хочу начать новый сезон. Там уже было офигеть как много изменений, там уже куча различных новых версий вышла. И там, если честно, уже куча новых вещей, куча новых покемонов, куча новых вношенств. То есть там уже, если я хорошо знаю и помню, там уже даже магазины ввели. То есть магазины будут спавниться в обычных деревнях вместе с жителями. И это, если честно, офигеть, как круто. Ребят, я не знаю. Я не знаю, хотите ли вы новый сезон или нет, но мне бы было интересно посмотреть, что же там изменили. И что же там нового добавили. Так, ладно, сколько мы уже убили? Мы только одну, да, убили? Или две? Нет, мы только одну убили. Значит, у нас еще осталось 14. Мы же баблону заплатили, значит, ребята, нужно отработать эту баблону. Так, Мистер Майм, у тебя там же новая атака. Quick Guard. Да. Новая атака, это новая атака, но эта атака чё-то вообще нифига нормального не сносит. Будем, значит, конфьюженом бить. Хоть, как я уже смотрю, и эта атака почему-то... да, ладно. Пунита.
Ты, конечно, 33 уровень, идешь сражаться против 50-го, но все же, это же Блисси, каких-то фантастических атак у нее нету, поэтому я надеюсь, да, ты уже, в принципе, можешь даже справляться. Мне кажется, то, что я сейчас капитана поменяю с мистера Майма на Панита, потому что 33 уровень Панита больше выносит Блисси, чем тот же мистер Майм, который уже практически 50 уровень. Вот, замечательно. Еще 13, ребят, осталось. Так, это сюда. Это сюда. И это сюда. Я в первую очередь хочу уже докачать вот этого мистера Майма. Ух, здрасте, прям в лицо нафиг уперлась. Я уже хочу докачать этого мистера Майма, чтобы просто-напросто его выложить. Ну, и взять какого-то другого покемона. Поэтому, ребята, если вы хорошенько помните, наша цель в каждой серии прокачивать, ну, хотя бы по 2-3 покемона. 3-4 это уже максимум, это уже потолок, потому что, ну, не каждую серию у нас будет получаться прокачивать по 4 покемона, да. Если 2-3, то это, в принципе, уже более-менее нормально. Так, давайте вылечимся, 12 покемонов ее осталось, 12 Блисси, точнее. Поэтому, ребята, если мы будем прокачивать 2-3 покемона в одной серии, мы закончим этот сезон к сотой серии. Если я хорошенько помню, это вроде 85-я серия. Да, я, если честно, толком не помню, но вроде 85-я серия. К сотой серии мы сможем закончить уже сезон, ребята. И начать новый. Если вы, конечно, вы этого будете хотеть, я не знаю, ребята, хотите ли вы этого или нет. Ой, офигеть. Ну, как видите, я еще реально немного болею. Так, Панита уже эволюционирует. Сейчас у нас будет Рапидаш. Посмотрим, что этот Рапидаш сможет делать. Какая она уже уровень? Вроде около 40-го. То есть, мистер Майм уже около 50. Да, 2-3 покемона, ребята, в одной серии. Это вообще супер-пупер будет. Постараемся. У меня вроде Шайни Панита была. Или я не помню хорошенько. Ну, вроде что-то в этом... вроде что-то в этом роде у нас было. Как бы это глупо не звучало. А сколько? 11, ребята. 11 Блисси у нас еще осталось. Мистер Майм 48 уровень. Главное его сейчас не перекачать, не перекачать. Рапидаш. Так. Потому что если мы его перекачаем, это будет очень плохо. И потом ему еще нужно будет прокачивать сверху еще 5 уровней. Это, как вы знаете, реально фигово. Потому что... Ух ты ж, перекачанный покемон, это плохо. 49 уровень. Ну, ладно, знаете что, давайте 10, давайте тогда еще убьем вот эту Блисси. Хоть это и маленький уровень, там были намного больше уровней, но это только для того, чтобы не перекачать мистера Майма. Да, замечательно, ребята, вообще шикарно нафиг. Сейчас будем, давайте, знаете кого, давайте Волторба прокачаем. Он же у нас шайни. Поэтому посмотрим, как он будет выглядеть, когда он эволюционирует. Спасибо то, что ты меня усыпила, зараза. Это очень хорошо, но я вроде сегодня выспался, поэтому могла бы не усыплять. Дай мне проснуться. Во, замечательно, вылило на меня ведро холодной воды, и я проснулся. Ты, ух ты ж, мать. Так дело не пойдет. Не-не-не, Блисси, не-не-не, ща мы вас. Да хры меня усыплять, зараза. Но это хорошо то, что мы ее подожгли, потому что каждый уровень мы будем спать, и каждый уровень ей будет наноситься, офигеть, какой урончик. Зараза, нужно тебе было меня усыплять? Мне кажется, нет, не нужно было. Ух ты ж, 23 тысячи опыта. Это, ребята, прям супер-пупер нафиг. Ух, какие у вас тут атаки уже пошли. Какие у вас тут уже атаки. Значит, баунс. Вот, уже эволюция Волторба. Круто, ребята, он такой синенький. Сейчас посмотрим. Это уже вторая эволюция за эту серию. Серия идет уже сколько? Около 8 минут. 8-9 минут, если я не ошибаюсь. Ребята, в принципе, одного покемона мы уже прокачали. Посмотрим. Ух ты ж, какая громадина нафиг. Мы прям внутрь тебя проникли. Ну, это как-то пошловато все же прозвучало немного. Ну да ладно. Ну, где твоя рожа? Где твоя рожа? Иди сюда. Так, сколько у нас еще осталось? У нас еще осталось 8. Нам бы какую-то маленькую, вот, маленькая Блисси. Мне кажется, 44-й подойдет. Главное не перекачать, ребята. Главное это не перекачать. Это реально самое главное. Пожалуйста. Да! Так, все, замечательно, ребята. Замечательно.
Это уже второй покемон за одну серию. Согласитесь, то, что это реально очень круто. А, поэтому в этой серии мы уже возьмем двух новых покемонов, ребята. А, так. Так. Что бы с тобой сделать, Электрод? Я вот не знаю. Рапидаш тащила, но ее время подошло к концу, потому что дальше мы же ее качать не будем. Если перекачаем, это будет хреново, и мы потратим лишних Блисси, потратим лишние монеты. И просто-напросто потратим лишний опыт на Рапидаши, которую нету смысла прокачивать. Так. Так. Вот так. Офигеть, сколько у вас тут этих атак нафиг? Вот так. Ух ты ж, Соник. Соник Бум! Я две вещи хочу сказать. В первой Блисси... Суицидники, мать вашу! Прекратите убиваться в стене, потому что... Я за этого снял наушники, ребята. У меня наушники тут стоят в сторонке. Но я слышу, как там... Как они застряют в стене и просто-напросто убиваются. Мне нужно, наверное, сделать вот эту комнату поширше, потому что это реально бесит. Нафиг так бесит, то, что это с ума можно сойти. 8. Это было вроде 8. Значит 6, потому что мы 2 Блисси убили. Мать вашу, прекращайте эти там суицидники. Нет, 35 уровня я не вижу большого смысла убивать. Потратим лишнюю Блисси. Но 68 уровень я бы, конечно, хотел убить. Хотел. Ну, сейчас постараемся, если она, конечно, нас... О, мы ее еще парализовали, это круто. Слушай, Электрод, ты 36 уровень, и ты, в принципе, нормально даже так выносишь этих Блисси. Вот респект тебе даже. Потому что не каждый покемон сможет выносить почти 70 уровня Блисси, а он сам там 35, да? И у всех есть крутые атаки. Мега Дрейн, Слэм, вот так это можно заменить сейчас. Charge Beam, Spark, Steel Destruction, вот это можно. А, так, сколько? 5, да? 5 осталось. Электрод 41, Сервайн 31. Это уже, ребята, если вы заметили, у нас в этой серии уже было 3 эволюции. Посмотрим, ребята, сможем ли мы дойти до 4 или... До 5 эволюций вряд ли мы сможем дойти, вряд ли, но до 4. Если мы прокачаем сейчас Сервайна до 36 уровня, то у него будет еще одна эволюция. Это будет 4 за одну серию. Ну, ударь, пожалуйста, я же вроде не сплю. Харе промахиваться. Во, замечательно. Да. 23 тысячи опыта. 23, ребята, вот так. Замечательно, сколько это? Это 5, это 4. Еще осталось 4 Блисси. А, Электрод 45 уровень. 45... Ах ты ж. Заразы вы конченые. Я уже так обрадовался, я посмотрел в чат, там написал легендарный покемон. Я уже думал, охренеть, неужели заспамился? Там, кстати, еще шайни, но нам он не нужен. И тут еще один шайни, вот этот, может, даже нам нужен. Или он у нас уже есть? Мне кажется, он у нас уже есть, ребята. И, в принципе, у нас даже нету болов, чтобы его словить, потому что, ну, нету смысла сейчас делать болы. Вот Суйкун конченый. Если мы будем заканчивать сезон, начинать новый. Конченый Суйкун! Почему конченый? Потому что, кто не смотрел предыдущие серии, он у нас спавится практически каждую серию. Это баганная версия, ребята. Кто смотрит этот сезон с самого начала? Ну, ладно, не то, что с самого начала. Кто смотрит его последние 10-20 серий, тот знает то, что... Эта версия очень забаганная. В первую очередь забаганная в связи с... Так, дайте я сначала вот это убью. В связи с спавном легенд. Они тут настолько хреновые, что вы себе даже не представляете. Суйкун у нас спавится каждую серию, мать его. Каждую серию. Кёгр или еще кто-то там не спавится на протяжении 80 серий. Никто не спавится, но Суйкун будет спавиться каждую серию. Также Райкваза. Кто помнит, у нас Райкваза спавилась за 2-3 тысячи блоков от нас. Мы находились посередине пустыни, или мы находились посередине моря, океана, а она спавнилась. Кто не знает, Райкваза спавнится в Sunflower Plains, то есть, ну, вы поняли, да, что я имею в виду. Это равнина, да, где вот эти подсолнухи. А мы находились посередине океана. И когда она спавнилась, я облетал вокруг этого океана где-то 1000-2000 блоков, и я не находил этот Sunflower Plains. Только за 3000 блоков я нашел его. И что это за хрень, если мы находимся посередине океана, а она спавнится за 3000 блоков от нас? Мать вашу! Откуда я должен знать, где она заспавилась? И в связи с этим, это реально очень баганная версия, ребята. Я надеюсь, что в новых версиях это уже исправили. Мне хотя бы хочется на это надеяться.
Ну, посмотрим, ребята, если все... Да хрен мне усыплять, зараза, а! Если все же мы начнем новый сезон, ребята, то, конечно, мы посмотрим, какой там спаун. Если честно, мне очень интересно знать, каких новых покемонов там добавят. Каких новых покемонов, какие новые эволюции покемонов добавили, какие новые предметы добавили и многое другое. Твою мать! Ты меня будешь усыплять на протяжении всей серии? Если ты меня будешь усыплять, то я своим электродом буду тебя парализировать, зараза ты, а? Давай нафиг! Умирайте уже! Охренеть! Вот ты паскудина! Сервайн! Сервайн! Пожалуйста, я не знаю, сможешь ли ты это затащить. Если ты не сможешь, валишь нафиг с этой команды под... Охренеть! Ну, конечно, если ты меня будешь усыплять... Твою заразу! Вот, если сейчас Зубат, прям волк какой-то, 48 тысяч опыта, охренеть просто, я даже не знаю, ребята, конфьюз, вот это давайте, я даже не знаю сейчас, ребята, у него столько вот этих новых атак, вот так давайте, Poison, вот Poison можно. И эволюция Зубата уже замечательно. Ну как я помню, у него еще будет одна эволюция. Сейчас Кробат или как он там называется, я если честно уже забыл. И потом еще одна эволюция будет. Но она будет как-то с помощью то ли камня, то ли какой-то шапочки. Ребят, посмотрим. Это уже, наверное, в следующей серии. Но в принципе, нафига так эволюции за одну серию. И это, если честно, очень даже круто. Давайте вылечимся сначала. Это как... Сколько у нас еще? Еще вроде 3 Блисси осталось. Где-то так. Голбат у нас уже 37 уровень. Я сказал Кробат, но не Кробат, а Голбат. У нас было 4. Сейчас у нас еще 3, ребята, осталось. 3. 57, 38. Ах, ты уби... Ребята, она захотела на свободу. Она сбежала с нашей клетки. Ты думаешь, у меня тут заключенные или что? Ты думаешь, у меня тут тюрьма? Да нет, я вас тут не держу силой. Вы можете уйти в любой момент, если, конечно, сможете уйти. Если я вас, конечно, не убью в первую очередь, а? Так, у нас еще 2 осталось. Еще 2, ребята. А, 53 уровень. Если сейчас мы... Ну, электро, да, мы уже 100% докачаем до 50 уровня. Это уже 100%. Мы его докачиваем... И у нас уже будут 3 покемона за одну серию. Кто помнит, на начале серии я говорил, максимальный, то есть потолок, это 3-4 прокачанных покемона за одну серию. 3 покемона мы прокачали, это уже нереально круто, ребята. И вот Сервайн, я уже не помню, какая это эволюция, то ли 5-я, то ли 6-я, что-то в этом роде. Сейчас мне нужно будет еще посмотреть, как эволюционирует Голбат, потому что я не помню, ребята, честно. Я... Уже не помню, что как делается в Пиксельмоне в какой-то степени. И как Голбат эволюционирует, я честно подзабыл немного. Подзабыл. Серпериор, замечательно. И Электрод у нас уже тоже 50 уровень, ребята. 50. Замечательно. Это просто замечательно. 3 покемона за одну серию. Вряд ли мы сможем прокачать Серпериора. Да хрен меня усыплять, зараза, а? Вы чё мне снотворное подсыпаете в напиток? Клофелинщицы нахрен, а, Блисси? Гигадрейн, Мегадрейн, вот так заменяем. Замечательно, Серпериор 5 уровней осталось. Мы можем поставить. Да дайте мне выйти, зараза, жирный вот такой пройти нельзя. Мы можем постараться прокачать 5 уровней. Конечно, если у нас это как получится, потому что, в принципе, сейчас уже будет рассвет, а вот нормальные покемоны на островах спавнятся только ночью. Вот эти крауданты, крабы, вот эти слоупоши, слоуброши, слоупоки, слоубро спавнятся только ночью. Днем, может, будет 1-2 спавня, но очень редко. 5 уровней, ребята. Вряд ли это у нас заноза нафиг, заноза, там еще шайни бегают, шайни, но шайни нам не нужны. Потому что вот эти все шайни, которые тут спавнятся, там на заднем плане вы видите розового, эти шайни у нас уже все есть, поэтому нету смысла их даже ловить. Ребята, нам осталось еще 3 уровня. Постараемся. Если Серпериор эволюционирует... Не, он уже эволюционировал до максимума, да, но все же. 4 покемона за одну серию, ребята. Подумайте, к сотой серии у нас уже 100% закончится сезон. 100%. Прям 100%.
Если вы, конечно, этого хотите, я еще раз повторяю. Арбок, иди сюда, пожалуйста. Хоть ты небольшой уровень, но все же запиндолить тебя можно. Гигадрейн. Вот, еще раз гигадрейн. Да, еще раз, чтобы немного жизни восстановить. Немного ты нам, конечно, уровней даешь, точнее, опыта. Блисси, еще один шайни. Ребята, знаете что? Давайте-ка мы докачаем уже Серперера в следующей серии. О, ну, в принципе, вот еще один. Это шайни, мать его, босс. Это прям, не знаю... Какое-то совпадение должно быть, чтобы заспавнился шайни босс. Это просто охренеть, если честно. Вот это выкинем, яички выкидываем. У нас уже охренеть столько вот этих яиц, что с ума можно сойти. А это босс или мне кажется? Нет, это все же... Мне кажется. Мне кажется, это не босс, но 44 уровня Арбука тоже можно запиндолить. Главное, чтобы он нас в первую очередь не запиндолил. Как оно, наверное, и будет, да. Ну, поэтому убегаем, да и все, ребята. Закончим в следующей серии. За одну серию мы смогли прокачать 3 покемонов. Практически 4. То есть, Рапидаш, Электрод, Мистер Майм. Еще и Голбата прокачали до 37 уровня. В следующей серии мы уже возьмем новую команду. Это 100%, то есть, это даже не обсуждается. Потому что к концу следующей серии мы уже 100% сможем докачать вот этих покемонов до 50-го уровня, ребята. Поэтому мы будем заканчивать. Дайте я включу шейдеры. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Если вы хотите продолжение, вы знаете, что делать. Чем быстрее наберем 30 лайков, тем быстрее закончим сезон. То есть, тем быстрее будут выходить серии, тем быстрее, ребята, мы продвинемся к 100 серии и закончим этот уже сезон. Поэтому, ребята, подумайте об этом, хотите ли вы увидеть новый сезон как можно быстрее. Я еще раз вам говорю большое спасибо за поддержку, потому что, как я уже говорил много раз, я болею. Если честно, ваши лайки, ваша поддержка мне помогает, и я себя чувствую намного лучше, как бы это глупо не звучало. Поэтому, ребята, не стесняйтесь ставить лайки, не стесняйтесь вступать в нашу большую дружную семью подписчиков. Подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, я буду каждому новому другу, который к нам присоединится. Поэтому, ребята, не стесняйтесь. Потратьте на меня всего лишь 2 секунды. Лайк, подписка. Это, ребята, будет очень сильно круто. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы реальные молодцы, не каждый досматривает, а многие перематывают, многие выключают. Досмотрел, тот прям заслуживает большого уважения. Не расстраиваемся, ребята. Видео выходят каждый день на моем канале. Поэтому каждый день приходите смотреть новые видео. Я всегда жду, я всегда вам буду рад. Ребята, всегда приходите. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.